Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задание 34.28. Решите неравенство. 5х в квадрате больше 2х. Но это неравенство равносильно неравенству 5х в квадрат минус 2х больше 0. Найдем решение этого квадратного неравенства. Приравняем нулю 5х в квадрате минус 2х и найдем корни этого квадратного трехчлена. Так, вынесем за скобку х. В скобках у нас останется 5х минус 2 равно нулю. Тогда х первое равно нулю. Х второе мы получим, если приравняем нулю 5х минус 2. Отсюда 5х равно 2, а х равно 2 разделить на 5, то есть 2 пятых. Теперь изобразим нашу параболу схематически. Для этого отметим на числовой оси полученные корни 0, 2 пятых больше 0, 2 пятых справа. Так, наша парабола имеет старший коэффициент а равен 5, он больше 0, следовательно, парабола направлена ветвями вверх, и она проходит вот так. То есть слева области положительных ординат, а посередине область отрицательных ординат. Нам нужно найти область положительных ординат. То есть х меньше нуля, а также х больше 2 пятых. Пункт Б. 1 вторая х в квадрате больше 12. Но это все равно, что 1 вторая х в квадрате минус 12 больше 0. Приравняем 0. 1 вторая х в квадрате минус 12 равно 0. Отсюда. Так, умножим все на 2. Получим, ну и сразу принесем вправо. Х в квадрате равно 24. Отсюда х первое, второе будет равно плюс-минус корень из 24. 24 можно представить как 4 умножить на 6. Тогда это будет равно плюс-минус 2 корня из 6. Четверочку мы вынесли из-под знака корня. Так, ну и теперь изобразим на числовой оси найденные корни. Понятно, что минус 2 корня из 6 меньше, чем плюс 2 корня из 6. Поэтому вот такие мы точки отметим. Теперь наша парабола имеет старший коэффициент, равный 1 второй, то есть он положительный. Следовательно, парабола проходит вот так, ветвями вверх. Слева и справа области положительных ординат, посередине область отрицательных ординат. Нам нужно найти область положительных ординат. И это будет область такая: х меньше минус 2 корней из 6 и х больше 2 корней из 6. Пункт В. 4х меньше либо равно минус х в квадрате. Если мы минус х в квадрат перенесем влево, получим х в квадрате плюс 4х меньше либо равно нулю. Решим тогда это уравнение. Х в квадрат плюс 4х равно нулю. Так, х выносим за скобку, получаем х плюс 4 в скобках равно нулю. Тогда х первое равно нулю, а вот х второе получим, если приравняем нулю скобку. Х плюс 4 равно нулю, значит х второе равно минус 4. Так, теперь схематически изобразим нашу параболу. Минус 4 меньше, чем 0, значит минус 4 слева. Наша парабола имеет старший коэффициент а при х в квадрате равен 1, значит положительный. Парабола направлена ветвями вверх. Значит, вот слева, справа области положительных ординат, посередине область отрицательных ординат. А нам нужно найти область отрицательных ординат и равных нулю. Следовательно, х изменяется от минус 4 до 0. То есть вот эта область х, при подстановке которых в наше неравенство превращается в верное числовое неравенство. И пункт Г. 1 третья х квадрат больше 1 девятой.
вот как поступим. Во-первых, умножим все на 9, получим неравенство того же смысла. 3х в квадрате больше единицы. Единичку перенесем влево. Минус единица – это больше нуля. Тогда решим уравнение 3х в квадрате минус единица равно нулю. 3х в квадрате равно единица. Х в квадрате равно 1/3. А х первое, второе равно плюс-минус корень квадратный из 1/3. Ну, или мы можем так написать. Ну, это будет равно плюс-минус корень из единицы разделить на корень из трех. Если умножим и числитель и знаменатель на корень из трех, получим корень из трех, а в знаменателе корень из трех на корень из трех просто 3. Так, теперь нашу параболу, ось вернее, ось х. Понятно, что корень из трех – это число положительное, значит, минус корень из трех делить на 3 меньше, чем плюс корень из трех делить на 3. Наша парабола имеет старший коэффициент а равен 3 при х в квадрате, он положительный, следовательно, парабола направлена ветвями вверх. Вот области положительных ординат, посередине область отрицательных ординат. Нам нужно найти область положительных ординат. То есть х меньше минус корень из 3 на 3, а также х больше, чем корень из 3 на 3. Вот решение данного неравенства. Задание выполнено, и если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.